Здравствуйте, это программа «Резонанс» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Мы на окраине села Шуя. Общественники, борцы со свалками обнаружили здесь останки животных, черепа и кости. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, трупы животных не стоит утилизировать таким варварским способом. От чего умерли эти коровы и телята, доподлинно неизвестно. Здесь должны поработать специалисты. Единственная дорога, которая отходит от свалки, ведет к фермам совхоза имени Зайцева. В администрации предприятия что-либо комментировать отказались. Сделали вид, что удивлены, об опасной находке ничего не знают. Мол, такой утилизацией трупов животных они уж точно не занимаются.